Шампанского. Да, спасибо. Благодарю. Curtis, you were saying, my dear. Well, I plan to spend the whole week here, and then Марта, шампанского. Спасибо, мадам. Благодарю. Спасибо. Мадам. Спасибо. Сэр, нет, спасибо. Холодное обожаю. Попробуйте, это вкусно? Нет, я не хочу. Знаете, я предпочитаю классический взгляд на мир. Мыслители современности ударяются в прямо-таки ницшеанский экстремализм. Вы так думаете? Конечно, они проповедуют полное подчинение удовольствию. Роберт, привет, можно тебя на минутку? Конечно, а кто это с тобой? Моя жена, как это мило. Маркизы, все-таки вы правы. Удовольствие предпочтительнее получать. Вы все время шутите, знаете. Девочки, за нас. За вас. А, так это ваш первый раз. Ты выглядишь потрясающе. Мой костюм, конечно, дурацкий, но... Милая, смотри, не перепей. Очень интересно. Раньше он к девушкам не приставал. Это требует особого отношения. Но... Простите меня. Знаете, ни одному же мне гулять в самом деле. Уверен, вам понравится. Похоже, ваш друг проявляет к ней нездоровый интерес. Меня это раздражает. Пойду послушаю. Сгораю от любопытства. Я серьезно? Не люблю смотреть назад. Ищу любовь в будущем. Настоящую любовь. Как только я увидел вас, знаете ли... Уважаемый господин, вы похищаете внимание нашей гости вот уже на протяжении второго часа. Что такого интересного вы обсуждаете? Она мне нравится. Я хочу встретиться с ней завтра утром. Но она кажется иррелевантна. Я в сомнении. Неужели я ей наскучил? Что ж... Такова судьба. Жене, мне пора. Скажу честно, если завтра я не увижу вас, в мире не будет человека несчастнее. Не волнуйтесь, мой друг. Софи еще не привыкла к этому обществу. Не беспокойтесь, я с ней поговорю. Отрекомендую вас по самые гланды. Уважаемая Евгения, вверяю судьбу в ваши руки. Благодарю вас. Прощайте. До свидания, мадам. Надеюсь, вы последуете ее совету. Надеюсь увидеть вас завтра в 10 на пирсе разбитых сердец. Надеюсь, вы разобьете мою. И это нормально? По-моему, он совсем обалдел. Милочка, можешь собой гордиться, он у твоих ног. Я его таким никогда не видела. Из-за тебя совсем с рельсов съехал.
Он довольно богатый человек, ты могла бы полностью изменить свою жизнь. Но я же замужем. Клод же ни за что не даст мне развод, и... И... Ну, разве он станет тратить меня в жопу? Куда идут все эти люди в дом моей сестры? Это отвратительно, извини. Я устала, пойду отдохну. Удачного вечера.